игровой канал Ивана Фолиота представляет. Всем большой привет, дорогие друзья, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. God of War 2018 года, 17-я часть моего прохождения, после того, как мы свергли просто прошлую часть этому дракошу, который у нас сейчас за спиной, как вы видите, валяется уже такой хладный труп, короче, от него остался. Эпическая была битва, и мы продолжаем свое восхождение на топ горы этой самой, на вершину. And a dragon. I feel like we could be anything now. We win because we are determined, disciplined, not because we feel ourselves superior. Sure, I know. It's just, it feels good to be strong, you know? Yes, I know. Уж батя-то точно понимает, так я чуть было не пропустил. Мы теперь можем раскалывать все вот эти вещи. Да-да-да, обращаю ваше внимание. После такой короткой, кстати, интересной перепалочки их. Которая мне почему-то показалась весьма интересной. Так, это у нас новое возмездие Тюра. Слабая руническая атака. Посмотрим, что она из себя тут. Ух, бросок такой с крутящимся топором. Ну, я не знаю, насколько это все, конечно, хорошо. Я, конечно, подумываю скоро одну из этих яростных атак заменить. Вот эту хочу заменить, попробовать. Но это я еще пока только задумываю. Сейчас мы ее пока улучшим, коли уж опыт нам позволяет, хоть немножечко посильнее будем наносить урона. Блин, а дальше уже 4000, дальше уже как-то ощутимо. Лучше подкопить нам все-таки, но попозже. Так, а вот это уже третий уровень. Вот это, кстати, по-моему, можно сейчас у нас будет улучшить, да? Наковальня и Вальди. Это крутая, кстати говоря. Давайте улучшим ее. Урончика еще добавим. Будет круто. Лучшие приемы приз получен. То есть мы ачивку еще открываем. Вот это да. Опыта, правда, экспириенса почти не осталось. Как и гнезд до сих пор нету на этих самых моих кусках сета. Ну не сета, а этого. Ну короче, понятно, брони. На бедренниках и на рукавниках. На наплечниках вроде все есть. Там одно гнездышко. Давайте лезть наверх. Вообще, конечно, серия такая. Здесь меньше будет такого эпика, как в прошлый раз. Ну, сейчас в игре самое время поуспокоиться, немножечко здесь помедитировать, походить, поразыскивать, пособирательством позаниматься, я хотел сказать. Получилось черт что. Ну, конечно, локальные вот такие вражи нас будут встречать регулярно. Вот видите, сейчас опять этот душок появился, который... Вот это да! То есть ты хочешь сказать, что ты с мечом быстрее на батю напрыгнул, чем батя на тебя с кулаком. В общем, да, эти вот жутики, как и раньше, в самом начале этой игры, выбиваются путем рукопашной атаки из врагов, которые, ну, из драугров, да. Бестиарий обновлен. А что тут обновлять-то? Кошмары без того отвратительные, эти еще умеют вселяться в других существ, делать их сильнее. Интересно, те, в кого они вселились, могут осознавать себя и управлять своими действиями, или у них начинается кошмар наяву? Неприятная штука, наверное. Ну, я говорю, что-то похожее было, возможно, немножечко с другим упором это все делалось, но, так или иначе, зачем это все заново переописывать, я не очень это понимаю. Ну да ладно. Давайте сейчас быстренько пособираем, что у нас тут есть. Посмотрим комнату. Посмотрим, что тут какие-то, может быть... Вот, да, видите, здесь есть, перепрыгнуть можно. Это слезть вниз, а вот это перепрыгнуть, да, с правой стороны на другую платформу. И здесь, видите, есть сундучок, которого можно просто так не заметить, потому что очень темно, зараза, в этой горе. Я не знаю, я пока так еще и не справился, не починил. Не то, что не починил, а не пойму, как настроить проигрыватель Авермедиа, чтобы вот немножечко было как-то светлее, что ли. Как раньше. Может быть, он раньше был светлый, я просто не обращал на это внимания. Так, в общем, здесь опять этот сок мирового древа опоясал всю конструкцию, и нам его приходится молнией взрывать, и смотрится это все, конечно, так интересно. Как будто кровь разлетается такая. Так, вверх дном мы находим, кстати, здесь, да.
одну из этих чаш великановых. Ну ты, наверное, только частично его обломил-то, дружок, надо понимать. Давайте поднимем его наверх. Бах! И появляются опять кошмарики эти. Блин, как они мне не нравятся, кто бы знал. Самый вот нелюбимый мой враг. Какие-то вот они самые неудобные. Появляются, когда вокруг так полная жопа, а самое что стрёмное, в них прицеливаться надо. Эти кошмары изо всех сил стараются вселиться во врагов, чтобы сделать их сильнее. И да, по ним урон-то по врагам не проходит. Если он в другой гир вселяется, выбить его можно только рукопашкой, а если будем наносить урон топором там или вообще чем-то ни было, ну кроме рукопашки, то он все равно будет отхиливаться обратно, то есть он не будет проходить. И это очень печалька. И это, говорю, очень сильно напрягает. А враги нас впереди ожидают все сложнее и сложнее, друзья мои. И это как бы здесь самой игрой так предписано. И что, в принципе, неудивительно вполне себе, потому что... ну, это же God of War. Здесь это не просто РПГ какая-то, где бывают враги посложнее, полегче там, да, потом боссы легкие, нелегкие. Здесь все как-то будет... только в самую сложную сторону работать. Так, я сейчас хочу посмотреть, что тут можно лучше. Но лучше на самом деле ничего нельзя. Я просто остановился проверить, почему у меня у Атрея до сих пор 3 пульки у лука, хотя должно быть вроде 4 с последним улучшением, но я могу ошибаться. Возможно, я еще не все улучшение сделал. Оно дороговатое, по-моему, лучше. Это уже колчан улучшать, чтобы увеличить количество стрел. Так, опять кто-то возродился. Блин, там непонятно, в темноте. Ох ты! Так, жутик вроде удалось завалить, отлично. Это что это он у меня в такое кидает-то, а? Вы посмотрите, какие-то стрелы ледяные. Почему так достаточно увесисто, больно прилетает-то? Какой... вот этого можно топором бить, а вот этого, по-моему, нельзя топором-то бить. Да, его, по-моему, нельзя топором бить, я поэтому сейчас так немножечко решил рихтануть руками. Видите, да, по нему урон не проходит. Очень жаль. Ладно, сейчас немножечко сюда можно будет выманить. И вот так вот. Атрей хорошо еще. Молодец, просто пацан, красава. Батя помогает, как вообще, как просто как сын бога. Так, ты меня заплевал здесь уже совсем? Ты охренел, что ли? На тебе в репу. Хорошо. Я мало, говорит, что сделал. А, ну я его, блин, зараза, конечно, что-то не привлекаю. От Реаса моего стрелять по этим самым, по целям. Сейчас, ладно, я немножечко придорюсь. Я просто обычно, в принципе, очень редко им пользуюсь. Не знаю, почему-то у меня тактильно не получается привыкнуть. Хотя это полезно, очень полезно его использовать. Особенно в дальнейшем будет. И я буду стараться себя приучать к этому. Так, вот здесь, наверное, нужно сок Игдрасили. Это надо кристалл находить, да? Так просто его... сопли эти не размазать нигде. Так. А ну-кася, подождите-кася. Я в эту комнату продолжение. Вот здесь какой-то проходик я видел. О, рейдж. Это не рейдж, это сменяющийся камень. А мне надо как раз-таки подлечиться. ХП не полное. Больше, к сожалению, здесь ничего вроде нету. Ну ладно. Ну да ладно. Сейчас еще посмотрим, что за волчонок такой у Атрея, который будет молниями харкаться. Ну, вернее, тут волки есть в зависимости от стрел. То есть, если у тебя синенькие стрелы, значит, будет синенький волк. Он по-своему атаковать, наверное, должен, да? А когда у тебя стрелы такие... ладно, давайте начинать, короче. Они тут стоят молятся кому-то, своим богам. И мы сейчас так, хопа, волка... блин, а я волка-то напустил не с этого. Забыл поменять. Вроде он не кисло так атакует. Ах ты козел! Кстати, что он нам делает? Меня опять сзади набрасывает. Видите, он меня сейчас заблокировал мой добивающий удар. Это какой-то крутой. Так, пацаны, вы что-то так вообще спамите резко? Вы что, охренели, что ли? Попутали? Лежать нафиг. Ты, белый ходок, или как там их правильно называли в Игре престолов. Так, ладно, все, с этими говнарями разобрались. Они хоть в спину теперь не набрасывают. Вообще такие сволочные. Ой-ой-ой, шучки, вот это я получил. Дубинкой в репу.
Да, недооценил я вражинку эту. У него еще мувсет тут определенно, видите, он еще и по земле пускает волну. Так, а ну-ка, вот так вот я. Где мой топор? Вот, топор. Накрываем сверху. Заорал, как Кратос, уже прямо из последней силы. Так, хилка какая-то слабенькая совсем. Вот кристалл, зато я вижу, можно будет сейчас червоточины все эти. Я буду их червоточинами называть. Тень-лучник. Этот похож на остальные тени, но бросает магию льда. Словно дротик, наверняка он тоже скиталец. Ну, конечно, логично, скиталец. Так, давайте быстренько сейчас разбиваем все эти предметы интерьера. Так, и, конечно, это все без особой-то нам надобности. Хелл-викен. Он викен, но мертвый. Но значит ли он, что он хелл-викен? Это скиталец так же силен, как и его собрат Посейдер. А может, даже еще сильнее. Да. Ну, он похож, только мы встречали чуть ранее зелененького хмыря такого, да? Еще и встретим их тоже. Если вообще, конечно, эти враги, они их так много, они между собой миксуются. Так, вот эту вот интересную херь можно сбить? Нет, эту херь сбить нельзя. Ладно. Так, вот здесь у нас сундук есть, но сундук чуть попозже откроем. Ибо нету доступности пока сбивать эти самые. Так, а это что-то такое валяется? Это я что-то не подобрал. Рубленое серебришко. Так, вот кристалл. Нам вообще нужно в него метнуть в мост, но сначала сперва сюда забежим. Там, во-первых, видите, это самое. Прума! Или Крума, как он там кричит. Так, тут стоит шкафчик с какой-то там легендой. И вот одно из этих самых, одна из печати, которую надо сбить, да. Слава богу, она не на время, просто ее сбиваем и все. Неважно, в какой последовательности. Mother tried to tell me this one, but I think I was too young. Are giants coming out of his armpits? I think that might be Odin stabbing him. Каждое святилище хранит историю легендар. Это мы уже читали. Так, а описание-то его нам дадут. А Трей, ты напишешь описание в дневничке? Да, написал. Добавлена легенда, новая запись. Это очень странно. Эмир был первым великаном. Из его тела появились все. Не только другие великаны, но и ветер, деревья, солнце, а может и черви, которые потом стали гномами. А потом Один его убил. Но откуда тогда взялся он сам? О, брат, это загадка мироздания. Что было раньше, курица или яйцо, да? Дурацкий пример, но все равно. До сих пор ни один человек не может сказать, откуда все понеслось, началось. Есть только теории и предположения, никаких доказательств. Начало существования жизни, к сожалению, науке неизвестны. Ну, я просто не религиозный человек, я не верующий, поэтому все церковные догматы для меня не являются тоже каким-то аргументом важным. Вот, и этот кристалл, слава богу, не один здесь. И вот его можно будет использовать сейчас. Бах! Так красиво разлетаются ошметки, меня так радует. Детализация, конечно, просто обалденная. Пум! Ой, красиво. Мне не надоест никогда взрыть. Ну, я с тобой согласен, прикольно смотрится. Моя нравится. Так, а здесь уже появляются, кстати говоря... Очень множество врагов. И давайте быстренько сейчас заюзаем рагу. Избавимся от этих говножутиков хреновых и от тех, кто у нас копья метает. А ты не сдох, да? Ну ладно. Ладно, хоть мы большую часть поляны расчистили. Ты вообще просто бессмертный, да? Ну давай, 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 Васька. Так, это хорошо, это на топор реагирует. И вот так вот сверху. Накрываем. Хорошо. Моя нравится. Так, рада. Мне бы подлечиться. Сюда можно кристалл. Your skill continues to grow. Твои навыки продолжают расти. Тень-лучник. Их снаряды летят быстро, но они оглушают нас. Надо подбежать к ним вплотную и как можно раньше вывести из боя.
Спасибо, маленький капитан Очевидности, конечно же, тебе за подсказки. Так, вон я вижу там, кстати. Да-да-да-да-да. Опа, печаточку одну еще. Бестиарий обновлен. Что еще нам скажет Атрей? Оглушив или убив врага, мы можем заставить вселившегося в него кошмара выйти наружу. Но ты убить-то его не можешь. Если только ты его столкнешь, наверное, откуда-нибудь, и он там умрет кустарной такой смертью. А по сути-то не. Только выбивать дурь из них надо. Так, ну туда нам бежать пока рановато. Во-первых, нам надо еще сундук открыть. Я сейчас просто осмотреться хочу. Ничего ли здесь полезного такого в потемках в этих нету, которые очень сложно разглядеть. Так. Наверху ничего не висит. А кристальчик нам нужен. И, по-моему, там последняя печать как раз-таки наверху. Но сначала мы эту самую откроем. Да-да-да. Вот эту вот штуку. И, кстати, а тут кристалл-то где мне взять? Который голубой кристалл. Ну-ка, попади-ка. Ты как-то его неудачно, что ли, воткнул? А, нет, удачно вот вроде наводится. Главное, чтобы метка наводилась, прицел ваш. Бой. А, не, его кристалл не надо вставлять, чтобы прочитать. Он уже, видите, буквы уже видны. Хорошо. Сгребаем все умения. Добавлена легенда. Жестокость долгой войны. Здесь пал Нертус из Ванов, сраженная Магни и Моди сынами Тора. Йотуны свидетельствуют о жестокости этой долгой войны. Пророчество гласит, что победа не достается ни Асам, ни Ванам. Но во что превратится Мидгард, пока они не сложат оружие? Великаны хотели мира, неудивительно, что они так любили Тюра. Я запутался уже во всех этих Торах, Тюрах, Магни, Моди. Ну, Магни, Моди, я не запутался. Я думаю, мы их еще встретим. Ну, они просто были в каких-то трейлерах, я это уже и так знаю. Как это все будет, встреча с ними происходить, мне пока сложно сказать. Так, я, понятно, надо, короче, запечатать топором шестеренки вот эти. Подморозить, да, и сгонять наверх. Топор-то можно вернуть, в случае чего. Я просто боюсь, сейчас тут на нас нападут. Как... Вот, это хорошо, лечилка, она же меняется, да? Лечилку давай мне. Отлично, фулл хп, хорошо, моя нравится. Ох, ла-па-па-па-па! Я ж чуть это не сходил копнуть. Ногой так в харю. И вот печать висит. Я просто топор не хочу возвращать, хотя придется все равно. На него еще и действовать. Стрелы от Рея. Он вроде заморожен. Блин, нафига я эти лечилки пользую? Мне нафиг они пригодятся еще потом, наверное. Хотя сюда я возвращаться я вряд ли буду. Ладно, подбираем все, что из него вывалилось. А из сундука-то что-нибудь полезное там будет? Да вряд ли уже не будет ничего. Так, хорошо. Отлично просто-таки. Сундук с печатями мы распечатали. И что он нам сейчас улучшит, я так понимаю, наверное, жизнь, может быть, раз мы рагу в прошлый раз подняли. Может быть, у нас это самое. Да. Для увеличения максимального здоровья, яблоко и дун. Ну, хорошо. Помчали дальше. Мы уже, я надеюсь, уже где-то у самого конца. Я не говорю, что я не сказал бы, что я прям жаловался, что здесь плохо. Локация круто очень все равно сделана. Задерживаться и разглядывать все вот эти вот холлы, замерзшие эти древние каменные своды. Меня лично завораживает. Наверное. Давай, заберемся, посмотрим. Я надеюсь, ничего не пропустил. Но я думаю, все равно мы сюда еще будем возвращаться. Так или иначе. Ну, я не буду прям записывать видос, как я всю локацию, все локации заново обошел. Но ключевые моменты запишу. Чтобы вы понимали, где что находить. Если, конечно, сам это все найду. Так, ну что? Вот мы на вершине, друзья мои. Но это еще пока нет, еще пока не вершина. Мы всего лишь рядышком пока. Сейчас надо через перевал этот. It's all right. I can hold it. Stop.
broken quiver will slow your draw. Pain we endure. Faulty weaponry we do not. This will do for now. Good? Good. Go. Steady, boy. Mind your footing. Да, очень, конечно, красивый перевал. Снежный такой, да? Рубленное серебро. Ну, это была личинка. Мы за ней вернемся сюда на всякий случай потом. Пускай лежит. На всякий случай, я имею в виду. Сейчас нас здесь ожидает все-таки встреча с врагами. Попробуем их сейчас сразу так вот ушатать. Ни хрена не получается. Нет, у одного получилось. Тихо, ребятки, подождите. Там еще сзади идут, там щитоносец идет. А этот хмырь, вы посмотрите-ка. Так, летим отсюда нафиг. Этот хмырь-то у меня не страшит его. Так, у этого щит тоже не страшит мое оружие. А вот уже повеселее пошло. Я что-то проморгал, что он у меня там оглушенный. Да, я проморгал. Вот я Вася. Мог бы сейчас его завалить, щитовика. Засмотрелся. Я просто говорю, вот эти вот щитовики, те, по которым невозможно топором обработать, они очень здорово внимание отвлекают. Начинаешь просто расфокусироваться. Ага, ну ладно. Давай, хорошо. Я и так умею. Бляха, муха, ты-то кто такой? Я вас даже не обратил внимания на вас. Ну, тогда сейчас... Раз вы такие ледяные, посмотрим, как на вас ледяной вот, весь мой потенциал сейчас обрушится. Так, один готов. Второй. А это как раз таки вот, блин, как я в последнюю секунду вернулся. И опять тупанул. Я Трейва стрела тоже ему, блин. Да чё ж я как баран-то уперся в него. Так, и еще разочек. Давай-ка, летим отсюда нафиг. Да, что-то я как-то здесь несуразно немножечко их встретил. Хорошо, чудом как-то успел я. И так просто он, блин, на самом деле убивается. Я просто немножечко, конечно, мельтешу. И очень много возни из-за этого получается. И не обращая внимания на... Это сейчас потому что легко уже. Я сейчас это записываю, озвучиваю уже после того, как я поиграл. А на момент, когда садишься сюда, особенно на сухую играть, ну, когда там два дня перерывчик у тебя был, ты садишься такой поиграть, немножечко начинаешь привыкать, и получается что-то начинает несуразно. Поэтому, друзья мои, прошу меня простить за иногда за некие такие вот ляпы, которые за, естественно, моей такой анскильностью в эту игру могут иногда проявляться. Я не считаю себя здесь каким-то прям супер-пупер навороченным God of War'овцам, как многие там, да, есть фанаты, задроты прям конкретные на супер топовых уровнях сложностей, все проходят, все прям у них получается, и страдать они любят, и по миллион раз перезаписывать. Нет, я просто играю на сложном, не самом топовом сложном уровне, а на предтоповом. Так, еще одна чаша, кстати, нашлась, обратите внимание, круто. Вот, и это хоть какой-то для меня и челлендж, и, в принципе, враги. Некоторые ошибки могут все-таки прощать. И это, да, это какой-то такой баланс зрелищности и затрат временных на убийство всех мобов. И на аккуратность, yes, на вашу тоже влияет. Так, там какой-то диалог идет. Интересный. Thor deigned to grace me with their presence. Tell me, you two still tripping over yourselves to impress Daddy? The tattooed man. Tracks show he now travels with a child. Where would they go next? Why would I know that? You're the smartest man alive, aren't you? Smarter than all the dead ones, too. Чувак сейчас проговорил голосом Эцио аудитора. I'll help you. Tell me where they are, and I'll talk to Odin. Your father won't let me go, Baldur, and he won't let you kill me. You have nothing to offer me, so take your questions
Take your threats. Take these two worthless wankers and piss off. When no one's looking, we'll be back for your other eye. Don't you forget. You're everywhere. We really are, aren't we? Это тот самый незнакомец, который приходил к нашему дому. Балдур его зовут. Балдур, один из асов, сын Одина, брат Тора. Он пришел к нам домой и напал на папу. Папа его убил. Или нам так показалось. Кажется, он не чувствует боли, теперь он охотится на нас вместе со своими племянниками. А мы не можем понять, почему. Брат Тора... А, ну вот этот, как бы, Моди, или как их там зовут. Два племянника, про которых мы недавно только что говорили. Да-да-да, это они. Коли уж они тут нарисованы, я так понимаю, нам предстоит рано или поздно с ними встретиться, пока, правда, не знаю, когда. Видел только в каких-то, повторюсь, геймплейных трейлерах, что там Кратос как-то с ними обменивался любезностями. Посмотрим, как будут дальше развиваться события. С Балдуром мы уже встречались. Теперь мы знаем, как его зовут. Балдур. Ой, какая красота. Врата какие-то. But we just saw them leave. Do as I say. He doesn't know what you are. I would keep it that way. Who are you? Me? I'm the greatest ambassador to the gods, the giants, and all the creatures of the Nine Realms. I know every corner of these lands, every language spoken, every war waged, every deal struck. They call me Mimir, smartest man alive. And I have the answer to your every question. Why does the son of Odin hunt us? Okay, there are a few gaps in my knowledge. But Odin's had me imprisoned here for 109 winters. I'm a clever lad. I can piece it together. Promise. Just given time. Nobody there, just like I said. The boy's mother is dead. She wished her... She wanted us to spread her ashes on the highest peak in all the realms. Oh, then you've come to the wrong place, little brother. The highest peak in all the realms is not here in Midgard. It's in Jotunheim, realm of the giants. No! That could not be what she meant. Take a look. This is the last known bridge to Jotunheim in all the realms. See that mountain? Looks like a giant's finger scraping the sky. That's the highest peak in all the realms. No here. Can we just take that bridge? We have a Bifrost. When the giants destroyed all other bridges to their realm, they locked this one up with a secret rune. If it still exists, only a giant would know it. And all of them left Midgard a long time ago. True. But today, the winds of fate have kicked up a strange vortex of coincidence. Fact is, there's only one person alive who can get you where you need to go. And luckily for you, my schedule's wide open. We're going to Jotunheim, right? It's your best and only move from a tactical standpoint. It's the one place the man who cannot be killed won't follow you. What do we do? Yes! First, you need to cut off my head. Wait, what? Odin made sure that no weapon, not even Thor's hammer, could free my body from these bonds. But fortunately, you don't need my body. The trick is, we need to find someone who can reanimate my head using the old magic. Old magic? There's a witch of the woods. She knows the old ways. And she'll help. She might do. Worth a try. But if she fails, he will be dead. He tortures me, you know. Every day, brother. Odin himself sees to it personally, and believe me, there is no end to his creativity. Every single day. This isn't living. Very well. Oh, I can't watch this. Brother, in case you can't resurrect me, there's something you need to know. The boy. The longer you wait to tell him his true nature, the more damage you do. He will resent you, and you may lose him forever. There is much about me I would not have him know. So you value your privacy more than your son?
I'm going to cut off your head now. Fair enough. Да, это, конечно, круто. Юна, we're going to Yuna. We're going to find the long-lost realm of the giants. That's... Inconvenient. Yeah, that's just what I was going to say. Мимия. Крутой чувак, Мимир. Я пока про о нем, правда, мало знаю, но тушка его осталась тут висеть. Отрубить бошку попросил. И так жалко его прям стало, когда он начал рассказывать, как Один его пытает. Так, я что-то не понял. Что это сейчас было за ромб такой? Так, сундучок наверняка на какой-то квест нас направит рано или поздно, да? Сундучок с маской. Муспельхеймская тайнопись. Мир огня. Ух ты. Это что значит, интересно? Муспельхейм, это, я так понимаю, Realm of Fire, да? Мир огня, мир эльфов мы посещали. Это Мидгард, центр миров. Yes. The woods with the blood red leaves. South of the lake. I know just where to go. Hope she made it back from Alfheim and can bring Mimir back. He seemed nice. Before you cut off his head. Немножко неправильно интерпретировали. Он показался хорошим. Не пока ты ему голову не отрезал. So this is the bridge to Yevnon? This looks like those weird doors we've seen. I guess Mimir will help us figure it all out. If we can bring him back to life. Ну, слава богу, никакого таймера нету. Поэтому можно с ним спокойненько побегать. Выполнять еще дополнительных квестов кучу. Но это я просто решил вернуться и этот ромбик прочитать, чтобы он был активный. Не забудьте заглянуть сюда, сундучман. Взять ни много ни мало 1300 рубленого серебра. И с этого места, с вершины горы, слава богу, есть телепорт, который быстро переместит нас хотя бы к этому самому, к озеру 9. Карта обновлена. Ладно, это понятное дело. Что у нас тут? Ничего. Ну, вроде все. Никаких сверху корзиночек не висит. Можно отправляться. Предгорье, лавка Брока. Да, нам сюда. Мистические врата, лавка Брока. Прикольно. Ух ты, они еще здесь сделали интерактивный переход. Я здесь первый раз еще. Не был ни разу. One of Odin's sons, Thor's brother, and now he's hunting us with his nephews. Why is this happening? If we can raise the head, you can ask him. Okay. Так вот тут есть точка. You know, it's silly. Активационная. Почему она не работает? Giant somewhere in that mountain. I guess they really did leave Midgard, except for the serpent. You may be the last of his kind. Are you the last of your kind too? Is that why you don't like to talk about my kind? I mean, your family. Before mother and I, where you came from, mother, father. Now is not the time for that. Yes, sir. Смотрите, так или иначе потихонечку начинает расспрашивать его о Трей, о прошлом Кратоса, и, конечно же, рано или поздно это все всплывет наружу. Интересно будет посмотреть за его поведением. Так, Синий уже тут вовсю трудится. Давайте поболтаем с ним. I'm on a fucking break.
Don't hear me screeching at you whenever you're twiddling your short and curlies. Leave him, boy. No, Pep. Well, you already soiled my solitude, so you may as well join me. You're not hungry. Good. It's not what I was offering. Saw your brother again. Congratulations. And I'm sure you'll let him go and Roger my axe good and plenty again, Let's see the damage. Little canker throat wouldn't know proper weight and balance if it were dangling off his chut. He eating well enough? I guess. Good. All better. Now what the fuck else you want, huh? Times he gets so wrapped up in his work, Sentry hasn't the sense to sip or sup. And if he does remember, good luck getting him to cook his own meat. Guess I got all the stomach in the family. Along with the smarts. You miss him. What, that spitfister? What do you know? I just mean... Hey, do you mind? Trying to concentrate here, already on a break from my break. Hey, where's your beast of burden? What do you mean? I ate her. Fat bits of her out just a while ago. What is wrong with you? What? Her milk ran dry. She was your friend. Then she'll be happy I'm so well fed. Shit bricks, boy, you got a real sentimental streak, know that? Don't get yourself confused out there. I'm getting back to it. What's it gonna be this time? Да, забавно, конечно, он общается. Даже как-то высрать уже успел. И переводчик, как всегда, конечно, косячит. Там он и матерком шпарит, будь здоров, но это как-то даже ну, внимательно, а просто в ругательную форму не интерпретирует в переводе. Шо печально я нахожу. Так, ну что нам можно здесь такого понаделать-то? Полезного что-то ничего и нету. Лавка Брока. Ни хрена ничего нету. Зелененькие эти даже, я не знаю, вообще их, наверное, продать надо, к чертовой матери, хоть денег. Так, а что у тебя здесь? Прицельный выстрел, очень урон врагам, находящимся в воздухе. Увеличенный урон. Прочная свартвальхеймская сталь. Свартальфхеймская. Активно находит камень здоровья. Повышение эффективности. Вот это было бы прикольно улучшить. Но 24 тысячи серебра тратить на это. Что-то меня жабенка-то поддухивает. Очень сильно поддухивает. Странно, рано или поздно, конечно, придется менять. Улучшаться. Но, блин, надо подкопить. Пояс древних. Неплохой. Набедренники защитника говно. В общем, и, собственно, все, что есть. Так, перчатка древних. Ну, сильно, конечно, дефьюзит силу. Рефьюзит, дефьюзит. Кираса. О, плечи древних. Ну, что-то прям совсем. Прям совсем что-то жаба душит, на такой говнишко-то. Колчан когтя. Ага, вот видите, колчан надо улучшить, чтобы можно было... О! У нас же можно еще улучшить саму броню, то есть ее качество. Даже не знаю, стоит ли сейчас. Что-то меня жаба поддушивает. Слишком мало у меня ресурсов, чтобы это все... Хотя я помню, вы мне писали в комментариях, что не парься, типа, блин, улучшай все, что можно. По максимуму, когда есть возможность. Но что-то как-то, блин... Я не испытываю особых сильных проблем с мобами. Иногда просто сам тупорылю. Если не тупорылить, как я это делаю там в бою, можно вполне спокойно себе выживать. Ну хорошо, хорошо. Ладно, давайте пробежимся. Я хочу в этот мирок сейчас просто слетать, позыркать. Я туда не буду там приземляться. Boy, what is the path back to the witch? First we need to find a boat. Так, стоямба. Подождите. Я уж забыл, что я хотел сделать-то.
лодка у нас, по-моему, с этой стороны, да? А, я вспомнил, что я хотел сделать. Я хотел сделать сейчас один сундучок открыть, который я не открыл. Однажды, потому что я решил на потом это оставить. Мы уже посещали это местечко раньше. И почему-то я с дуру сразу сюда это не сделал. Хотя можно было сделать. Ну ладно. Немножко сейчас потрачу времени. Прокатимся туда. Нет, нам за большую статую Тора пока не надо. Это они говорят про основной квест, потому что у нас сейчас он активирован. Но нет, нам здесь недалеко. Еще раз повторюсь, мы уже здесь были. О, золото и гир получил. Not your right. Where the boat faces, port is left, and starboard, starboard is right. Right. I knew that. I did. Батя, короче, его обучает морскому ремеслу. А чё, пора полезно? Викинги уже ходили на дракарах в походы на англичан грабить. Сериал «Викинги», кстати, очень здорово показывает это. Немножко, конечно, пафосен этот сериал, как по мне. Я смотрел только 2 или 3 сезона, не помню. Пока Рагнар еще был, короче. Так, собрана тайнопись мира Муспельхайм. Да, мы сейчас посетим. Сейчас только я еще подберу одну интересную здесь, да. Все за борт. Носовая фигурка 5 из 9. Круто. На зверите вошли красивую фигурку. Это мы уже читали. Здесь, кстати, еще был, я помню, ворон кружил. Зелененький. Вот в этом месте, но я его сбил. Если мне память не изменяет. Да, уже давно это так было. Я редко так играю, блин, в эту игру, друзья мои. Ну ладно, я буду надеяться, что сейчас удастся наверстать. Ведьмачка второго мы вроде с вами завершили. Опа. И все, в общем, помчали. Все остальные сундуки я уже пособирал, да, для Муспельхайма. По пути, то, что мы крались, мог бы и здесь, конечно, сразу собрать, дабы не тратить сейчас сюда время на перекат. Ну, благо, здесь недалеко мы отплыли. Я просто хочу сюда переместиться. Посмотреть, как поменяется этот самый. Ух ты, смотрите, как красиво смотрит этот. Как Игорь, мой кот, сидит в этом самом, в лукошке в своем. Так и этот сейчас змей. С ним очень круто будет Мимир разговаривать, но это потом. В следующих сериях, как говорится. В принципе, то, что я сейчас вам показываю, не обязательно делать, перемещаться в мир, потому что сейчас нам все равно в Муспельхайм это рановато идти. Там можно выполнить. Я просто почему решил сейчас сюда переместиться, потому что там есть один интересный такой, одно интересное испытание, так называемый триал, который за выполнение которого, там за убийство на время мобов, можно будет получить хорошую награду и скрафтить хорошие за счет этой награды, если вы там как раз его пофармите. Крафтить неплохие доспехи, но надо менять уровень сложности, потому что на темном, ой, не на темном, а на темном, извиняющий ведьмак выходит, на этом уровне сложности, на котором я играю, предтоповом, очень сложно убить мобов, которые там по этому триалу выдаются. Вот, и ну, у меня не получилось, я пробовал несколько раз, попробовал, у меня не получилось. Конечно, теоретически это может быть и возможно, если руки из одного места растут. У меня-то они криворукие руки мои. Так, Ванахейм, мир недоступен. Один закрыл проход в этот мир, руну страстный. Так, это у нас Муспельхейм, мир доступен. Мне очень просто нравится еще сцена перехода между мирами, я поэтому решил немножечко здесь полицезреть. Очень красиво это они выполнили. Слушайте, как классно все-таки игрушка нарисована, а, красиво. Не перестаешь удивляться. Даже вот такие вот мелочи, как переходы между мирами, они настолько здорово анимировали, да?
Хоть и тратится на это время, но, я так понимаю, за это, пока мы перемещаемся, локация подгружается, да, хоть и недолго, и нам красиво полюбоваться нужно. Хотя я не уверен, что локация подгружается. Ну, обычно просто так люди, ну, разработчики в некоторых играх так делали, чтобы игрок не скучал во время подгрузки, там, не смотрел на эту полоску, да, они какой-то интерактивчик запускали. Макс Пейн так в третьем, например, рокстаровцы делали. Пока загружалось, там, вводил в курс дела с преследующей миссией, что там было. Так, ну что у нас тутово? А тут у нас опять наковальня, я так понимаю, Брок уже здесь переместился. Да, он уже здесь стоит, кует. You must like the heat, Brock. Heat's damned useful in my line of work. Even makes space itself more pliable. Take those magic doors you love so much. Round here they all go right to one another. No prodding from old Brock. Go up yonder and wake some up, you'll see. Getting around moose pools a cinch. Long as you don't end up cooked. Let's do it. Так, ну, поскольку мы перешли в новый мир, нам тут предлагают посмотреть на новую броню. И вы можете наблюдать. Дымящийся уголек и рубленное серебро нужно. Дымящийся уголек, я так понимаю, это валюта здешнего мира. У нас ее пока нет. Вот это мне очень, кстати, нравится. Минус 3 руны, плюс 1 сила. Неплохой, а плечи древних. Обмотки раскаленной магмой, перчатки дымящиеся тоже неплохие. Вот этот сетик я бы, конечно, себе замутил. Так, это говно. А вот это классный. Дымящийся сера, короче. На нее делаем сейчас ставку. Если к тому моменту, когда я здесь окажусь и накоплю бабла, достаточно ресурсов, чтобы это все дело скрафтить или купить. Обязательно. Он еще смотрится прикольно. Обязательно это все дело мы приоденем с вами. Так, огненная рука. Ядка Суртра. Прикольно тоже смотрится. Что она дает, я не знаю. Так, талисман у нас есть. Уголек Синмары. Дымящийся уголек нужен. Неплохой талисман, кстати говоря. Сильные рунические атаки топором. Дыхание. Ох ты. Вот это крутая тема. Но у меня пока нету на нее ресурсов. Так, ну эти чары я пока смотреть не буду. Они все... Чара, повышающий силу рун. Well, ладно. Ознакомимся мы попозже. Немножечко с этим совсем так ресурсы. Ну вот эти все чары, видите, эмблема Суртра. Ладно, ребятки. На этом моменте я хочу закончить. Я здесь пока решил притормозиться, потому что хочу попробовать потратить этот триал. Так бы это не звучало. Масло масляно. Вот. А вы, меж тем, тыкните большой пальчик, подпишитесь на канал и ожидайте следующих выпусков. Я надеюсь, что вам все понравилось. С вами был Фолиот. Всем до новых встреч. И, как всегда, большое пока.